Еще одно подозрение бывшему министру времен Януковича. Экс-главу МИН АПК Николая Присяжнюка Генпрокуратура подозревает в незаконной приватизации и дальнейшей легализации госимущества. Кроме него, подозрения объявили еще двоим, но кто они, в ГПУ не сообщают. По данным следствия, Присяжнюк дал согласие на приватизацию здания, принадлежавшего Министерству агрополитики по адресу Крещатик 24, которое по закону продаже не подлежит. Фонд госимущества продал здание площадью более 500 квадратов в коммерческой структуре, которую создали исключительно для этой сделки. В ГПУ ранее сообщали, что убытки государства превысили 13 миллионов гривен.